Губы плавя в такой ухмылке, что на зависти королю, он наколет на кончик вилки «Мое трепетное люблю». Этим отрывком начинается первый сборник стихотворений Веры Полосковой, изданный в 2008 году. За 9 лет стиль поэтессы изменился. От лирики она перешла к поэзии с более глубоким содержанием. Вера, пожалуй, самая известная молодая поэтесса современности. В рамках кинофестиваля «Зеркало» она посетила творческую площадку «Нимлофт». Поэтическую программу фестиваля Полоскова курирует уже 4-й год и каждый раз старается привнести в нее что-то новое. В этот раз поэтесса привезла в Иваново творческий проект «Айгел» Ильи Барами и Айгель Гайсиной. Это, наверное, одна из самых масштабных историй о том, что переживает человек, близкий человек, которого в тюрьме, но при этом это фантастического качества, что-то на стыке жанров рэпа и поэтического творчества и электронной музыки высочайшего качества. О себе Вера говорит неохотно, больше о поэзии. Она хочет показать ивановской аудитории что-то качественно новое, привнести в творческую среду то, что, на ее взгляд, заслуживает внимания. Вот судья Гришка, погоняла мышка, Андрейка, судишка, по кликухе пышка. Я Фемида, можно просто Фиру совсем стать. А пушастик, выпав, видели его глаза. Фируза, ты же не хочешь проблем, ты же не хочешь проблем, он же маленький совсем. Сама Полоскова прочла перед публикой свои стихи. В них поэтесса переосмысливает окружающую реальность, наполняя ее неочевидными образами, скрытыми от обывателя. Читала не только известные всем тексты, но и новые произведения. Как тебя пронижет и прополощет, чтоб забыл себя ощущать, чтоб стал гладким, будто каштан на ощупь, чтобы некуда упрощать, чтобы пуст был, словно ночная площадь, некого винить, и порабощать был, как старый балкон, усыпан пеплом, листьями и лузгой, шел каким-то шипением, сипом, был пустынный песок, изгой. А проснешься любимым сыном, чистый, целый, ногой, другой, весь в холодном сиянии синим распускающимся дымом. Сегодня Вера Полоскова пишет о гражданских протестах, путешествиях, о любви и о переменах, которые, как она считает, неминуемо ждут каждого, о том, что человек лишь крупица в большом мире. Здравствуй, брат мой. Кто независим от гордыни, тот белый маг. Мы не буквы господних писем, мы держатели для бумаг. Мы не оптика, а право, мы сургуч под его печать. Старость думать, что вывел, право наставлять или получать. Мы динамики, а не звуки, пусть тебя не пугает смерть. Если выучиться разлуки, то нетрудно ее суметь. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.